Я считаю, что в каждом городе, во всех наших регионах, нашей огромной страны должны быть такие форумы или мини-кинофестивали, или какие-то еще культурные фестивали, обязательно, которые открывают молодежи историю нашего кинематографа, чтобы молодые дети, вот как я ваша землячка, я родилась в Новосибирске. Я ходила на разные мероприятия, фестивали поэтические, наши батлы в Новосибирске, и это меня очень стимулировало, чтобы стать актрисой. Я считаю, что в каждом городе, в небольшом, в большом, должны быть театральные кружки профессионально крутые, которые будут готовить будущих артистов. Это очень круто, когда мы сами поддерживаем наших детей, которые потом вдохновляются, стремятся исполнить свою мечту. А форум Ладынина, он совершенно уникальный.